Командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе может быть отозван. 13 мая истекает срок 6-месячного трудового договора командующего российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Как передает канал 13, об этом пишет газета «Жохувурд». Это означает, что в ближайшее время его место может занять другой российский военный. Согласно договору, российские власти могут сменить командира по прошествии 6 месяцев. Однако, как считает российский военный эксперт Владимир Евсеев, в любом случае ротация не является обязательным требованием. В беседе «Жохувурд» Евсеев отметил, что Рустам Мурадов был награжден в России орденом за заслуги перед Отечеством. Это значит, что его работой довольны, и не исключено, что его срок пребывания на этом посту будет продлен. Добавим, что в российской прессе муссировалась примечательная информация о его назначении. В частности, подчеркивается, что помимо Мурадова были и другие кандидаты, и, как говорят, его кандидатуру рассматривали через лупу. Генштаб представил Рустама Мурадова министру обороны. Затем Сергей Шойгу предложил его кандидатуру президенту России Владимиру Путину. Однако, несмотря на это, не исключено, что его отзовут из Карабаха, пишет «Жохувурд».